Дорогие друзья, добрый вечер. Так, я вас не очень хорошо вижу, но чувствую. Добрый вечер, добрый вечер. Сегодня, несмотря на то, что мы как камерно с вами уютно собираемся, но концерт для меня колоссальный и очень радостный, потому что я очень люблю людей, которые сегодня на этой сцене рядом со мной, слава богу, я рядом с ними. Позвольте представить Антон Баронин-Рояль. Дарья Чернакова, контрабас. И Давид Кипучава, барабаны. Сразу играем, и первая композиция, она называется «Кубик Рубик». Ну, форма напомнила почему. Thank you.
Большое спасибо, дорогие друзья. Дальше у нас такая лирическая все-таки композиция, я бы сказала. Да, лирическая все-таки. Назову этим словом, позвольте себе. Да. Называется «Feeling of Autumn», «Чувство осени». Thank you.
Спасибо большое, дорогие друзья. Мы продолжаем, и следующая композиция, которую мы сыграем, она называется Spanish Element, испанский элемент. Thank you.
Большое спасибо. Соло Дарьи Чернокова, контрабас. Соло Антон Боронин, рояль. Приятно было соло. Давид Кибачева, барабан. Большое спасибо. Сейчас мы сыграем вещь, которая называется 14. Thank you.
Спасибо, дорогие друзья, большое спасибо. Мы играем сегодня в двух отделениях, и завершение первого отделения, потом не убегает, у нас второе, менее насыщенное. А в завершении первого отделения мы хотим сыграть композицию, она называется «Мечта аспирантов».
Роли рояль. Галя Чернокова, контрабас. Давид Кибычева, барабаны. Небольшой перерывчик, и мы снова ваши. Спасибо. Thank you.
сцену, потому что, так же, как и вы, очень хочу насладиться особенным номером, который они исполнят в трио. Лашенька, пожалуйста, объяви, как правильно называется композиция. Шик Борки, мои разработки, называется она Соню Джинкарнова. Thank you.
друзья, Дарья Чернакова. Сейчас...
визуализация, когда она вот реальная, она вот такая. Вот как мы с вами общаемся, и какая-то тема нас затронула. Вот так же. Сейчас. Сейчас мы сыграем. Так, стоять. Сыграем нашу еще одну композицию. Она называется так же, как и наша программа. В принципе, ансамбль у нас оркестр Абанов, конечно. Ну, мы еще по эту тему подумаем. А композиция называется «Антигравити», «Антигравитация». Это когда что-то происходит вопреки законам физики. Ну, как гравитация, пожалуйста. Thank you.
дорогие друзья. Ну что же, я думаю, что если вы хотите песню, да. Так все, мы пошли. Да, нет, определитесь. Окей, сыграем песню, она называется «Нет, Эмиля».
Наша программа «Антигравити» для ваших антигравитов, моих любимых учебников. Встречи, дорогие друзья.